Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Нернл. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Энигматис Тайны Ревенвуда. Итак. Что это с музыкой случилось? Такое ощущение, что пролагал. Мы там нашли, как правильно все делается. Записали. Стоп, ты же записывала. Ты же записала все. Осталось сделать лишь одно, найти оставшиеся детали ключа от сейфа. Уверен, они где-то в доме. Что за... Последнее время под конец такие вот подсказки, причем жестокие подсказки на каждом шагу и прям такие, ну, конечно, объемные. Первое. Че? Старый набор стаканов. А где он? А, вот это может. Ну, просто набор стаканов, их надо складывать куда-то. А, ставить сюда. Да ну. Набор стаканов. Куда-то же они должны убираться. Не подумали вы об этом, разрабы? Ви мне дай. Старая фотография. Ой, вот с этим у меня, походу, будут проблемки. Ладно, лупа. Фен. Да ну, тут есть фен. Это чё? Это там полотенце. А, газета. Плеть. Плеть? Вот это? Это маска. Пенсне. А, это вот эта плеть была. Пенсне, это вот они, очечки такие маленькие. Велосипед. О, старые фотографии. Велик. Во, вы где? Я никогда бы не подумал, что здесь именно вот так оно делается. Так, дальше. Велосипед, он, скорее всего, на какой-нибудь фотографии или что-то типа того, потому что... Вот, ну, просто так он не может быть. О, еще открывается. О, вот, вот эта штука мне нужна, ее мне, скорее всего, и дадут. Так, юзается еще что-нибудь. Да, блин. Ну, пусти меня хотя бы назад. Закрой. Вот это мне надо. Не хочешь, как хочешь. Ножницы. Зря я открыл это, потому что их трудно было найти. Я просто не прочитал. Телескоп. Вот это да. Вот это беда. А, покажи мне его. Я просто не хочу... разгадывать слева, не потому что это сложно или типа того, это интересно, но мне больше интересно, где находился этот долбанный телескоп. Угу. Теперь в сейф. Инвентарь. А, она маленькая. Погнали. Так. 4 вправо. Раз, два, три, 4. 7 влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 3 влево. 0 вправо. 6 влево. 3. До единички. Спрос. Стоп. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. П. 7. Ладно. Лево. Право. Право 4. Понятно. Вот так это делается. Право 4. 7. 3. Я просто не увидел, что тут отображается, поэтому как-то и завтыкал этот момент. И влево на... Сказать преступление. Ритуальный кинжал напоминает орудие убийства, которое использовали в Maple Creek. А, вот чем здесь убивали постоянно.
А чё? Чё это прям? Блин, видите сердце. А, я знаю, куда это. Ну, пошли, откроем сначала чувака. А мне все равно некуда это девать. Они последователи работали в одиночку. Другие объединяли свои силы. Другие продолжали искать и охотиться. Сколько же их было-то в общем счете? Слишком много, мне кажется. Decades and centuries passed. Столетий. Ритуальное оружие передавалось из рук в руки через убийство предательских смерти. Так, у меня еще есть для тебя подарок. А у меня не три их было? Ну ладно. With each new worshipper slain, as Madai was closer and closer to achieving his goal, for the fading life force of each victim would be transferred, making the slayer grow in power and preparing the host for the true master to be reborn. The time has finally come. When of the 12 dark spirits of old, only one remained. His name его was имя Рейвен. Ворон. А, это Ворона должен переродиться Асмодей, а Вороном управляет человек. Я что-то не врубился. Или он и есть Ворон? Вот этот вот, как его уже забыл. Но при этом его прозвали Вороном за то, что он умеет управлять Вороном. The Raven, Whitmarsh's true name as a Reaper, the last one. Does this mean that soon he will become as Madai himself? If the demon returns, there will be no way to stop him this time. The power of the Reapers is no match for that of their master. We have to act quickly. There is only one more relief piece to be found. You know what to do. Знаете, на месте Уитмарша я бы вот такого очень сильного противника. Ты Рафаэль, чувак! Ты Рафаэль, скорее всего. Такого бы сильного противника, как Рафаэль или ему подобное, я бы оставил в темнице без замков. То есть выйти из нее нельзя было бы вообще никак. Ну. Че, теперь можно тыкать? Зря мне так рано, конечно, показали эту загадку, ее можно было вот как раз. А, как сбросить? Ну, как-нибудь ты сбросишься. А, это просто понятно. А, вот как это делается. Сбрасываться оно будет типа того. Ну как? Все равно не сработает. Он офигел, когда я открыл. Что? Как? Ты это? О, вот последняя будет где-то здесь. А тут ничего даже посмотреть нельзя. Родители Бекки, я должна их освободить. Должна. Путь не заблокирован очень толстыми корнями, я не могу пробраться сквозь них. Да ну. И бабочка. Опа. Это типа рисуночки. Ворон. Скоро они откроют дверь. Интересно, что за ней? Это типа камера или это просто так рисунки? Он хочет убить кого-то из своих? Он хочет бежать, но дверь закрыта. Слишком темно, нужно зажечь факелы. А как мне их расставлять? Я их не могу двигать. А, могу. А чё это? Так, ну, раз. Стоп. А, факел дай.
факел мне дай. Так, дай мне ключ. Ладно, в верной последовательности. Сначала его... Нет. Тут вот неверно. Уберись это и отдай клинок. Так, мне нужен меч. Не, этот меч не отсюда. Так, дай. Вообще, мне кто-нибудь что-нибудь дадите? Во! Раз. Вот, теперь я могу с этим работать. Хорошо. Два. За ней сам Асмодей. Еще одна. А, раз. Вот так. Хорошо. Вот так. Ага, прекрасно. Ты свалил, отдал мне. Ох ты ж, какой падла! Это сюда. Кристаллы силы, мы помним. Сюда. Сюда, что? А, ну да, они ж друг другу убиваются, оружие. Это пронзил этого. Спасибо, Азмодышка. Давай, мужик. Я в тебя верю. Помоги мне. Вот если бы она реально бегала вот сюда с такой скоростью, мне кажется, она бы давно уже проиграла. Опа. Ха-ха-ха. Бастер. Мать твою. Я ж знал, что тут что-то будет не то. Я обманул вас, детектив. Жильцов по-прежнему двое, и скоро начнется наша финальная дуэль. На вашем месте я бы молился, чтобы победитель стал пастор, а не ворон. Вы уже дважды спасли меня, поэтому я не собираюсь вас убивать. Пока. Падла. It's the preacher from Maple Creek. The man I've been hunting. He and Whitmarsh are the last of the Reapers. How can I stop either of them? Think, detective. Думай, детектив. The evil preacher from Maple Creek. My ultimate enemy. He was here all the time. He will try to defeat Whitmarsh now. I will have to face whichever comes victorious from their duel. Как? How can I match the Reapers of Asmodai? Еще за карту. Мне сказали, что дополнительная часть не очень длинная, я на это надеюсь. Потому что игра уже слишком затягивается. Абсолютное оружие. This must be the one the preacher spoke of in his story. Может, оно у пленника? The only artifact with which the Reapers can be defeated. Wait. Back in Maple Creek, Hamilton stole the preacher's ritual dagger and tried to murder him with it. And now he's used it twice to scare off Whitmarsh's raven. This must be the weapon. This is why Whitmarsh sought Hamilton. He needed the weapon to slay the preacher and thus become the last and most adored of the Reapers. Hamilton is here and has the dagger. It's time I paid him a visit. Да, я думал, это другой чувак, не тот, который нам помогал. Хорошо, погнали. Вот здесь он. Они еще тут. What? Что? Пастор здесь? Чего же мы ждем? Давайте схватим его. Да, тут черт, не могу стоять на этой ноге. Идите, но помните. Remember, я он опасен. Я последую за вами, как только смогу, но боюсь, что случится не так скоро. But it might be a while. He's a dangerous man. I'll follow your tracks as soon as I can. I suspected this weapon had a meaning to Whitmarsh. No matter. It's not important. Time's getting short. Скоро я к вам присоединюсь. То есть она сказала ему в принципе, о чем тут дела происходят. Погнали. Может еще не все бабочки собрал. Чего? Ты стебешься? Убей его! Я просто так. Типа иллюзия того, что я что-то сделал. Зелень кусается.
So, you managed to break free. I assume that annoying woman had something to do with it. I admit, she was helpful. Для обычного человека она была довольно полезна. No matter. Soon the ultimate weapon will be mine. The one who stole it from you will be here soon. Like a fly falling in the spider's web. Then you'll meet your inevitable end, brother. Sassy as ever. Бойкий язык, как всегда. Попробуй. Мы оба знаем, что Баттер предпочитает меня. Never. Никогда. Японский гордовой. Ткни! Подождем с собой. Ткни! Выглуп попадать сейчас. Да, это не спячка. Освободитель родитель Пэки. Everywhere. Все тут. Порядок очень важен, начинайте сверху. Darling. Run. Опа. Левая. Becky, darling. Run. Нет. Так, левая была первым. Хорошо, теперь ты. А почему ты сразу не освободилась? Так, теперь. Ну теперь ты. Fog. Ну я медленно это буду делать, хорошо. Будьте осторожны. Everywhere. Нельзя быть слишком резким. Fog. Да чё ты? Я ж спокойно. Darling. Run. Погнали. Чё ещё? Everywhere. Ой, ёп. Fog. Хватит там. Бреду. Run. Бегите, Бекки безопасности. She's hiding in the logging camp. Is our child safe? Наша дана безопасности. Не знаю, как вас благодарить. Run. Бегите, позаботьтесь о своей девочке и переживайте за меня. У нас нет времени. Спасибо. Идите уже. Да ну. То есть он ошибался. Фу, дурак. Ты же не думаешь, что можешь справиться со мной? Тебе следовало бежать, чтобы у тебя была возможность. Bereft of your tiny maple domain, hunted by mortals seeking shelter. В убежище. Your forces are no match for my power. Посмотри вокруг. Детектив, you never cease to amaze. Pity. Жаль, что я планировал придержать вас до самого конца. Нужно было сразу же привести вас сюда. Now the game is игра окончена. Вы искали. Weren't you looking for me? Where is the dagger? Где кинжал? Where is it? Где он? Я что, сделать вам больно, чтобы заставить говорить? Hamilton did it to give me time to act. Чтобы выиграть для меня время. Думай, детектив. У меня выбор. Да ну, моральный выбор. Пофигу. Это. Тихо. Ну. You're only human. Как? У меня нету выбора. Что мне надо сделать? Ну, режь. Могу ли я забраться наверх? Что тебе мешает? Подсказка давай. В смысле? Ты просто человек. Так, вот тут вот давай. Погнали. Ну, давай, все, конечно, нет тебе. Ладно. Ну, давай, еще медлишь-то. О, прям под конец серии. Чуть попер. Нет, все, ты умерла. Где он умер? Во! Мы видим, как она выглядела нормально. Ее не покажут. Это вроде где-то было, но я уже не помню. Вот это может нам так станет назвать, не покажут ее лица. Где это стоит? Но мы сплохать кошелька. Мы настолько много закрыли. Как вы так быстро убежали оттуда? Сколько вопросов в одном финале. Happy end. Thank you. Спасибо.
А тот умер, второй пастор? Или нет? Не умер. Во имя мастера. То есть он уже понял, что у него не было вариантов, поэтому пусть он это сделает. Так, хорошо, ну и мы продолжим проходить, сейчас играть. Возвращенные воспоминания будем играть. Ну, конечно, странно, туман... Но если тут будут рассказывать про то, что случилось после того, что он убил его или нет, то хорошо, а так, надеюсь на это, потому что название какое-то... Не очень обещающе. Но мы попробуем. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Nevermill. Больше тут частей, по идее, не должно быть. До следующей встречи. Скорой. Пока-пока-пока. Заходите в описание.